Медаль за доблесть в службе принято считать мужской наградой. Обычно ее вручают за охрану общественного порядка, отвагу и противодействие преступности. Но с приходом пандемии на первых рубежах обороны даже в силовых ведомствах оказались женщины-медики. Подполковник внутренней службы Наталья Новикова еще совсем недавно защищала от напасти сотрудников ведомства на Северном Кавказе. Сводный отряд рязанской полиции полгода обеспечивал охрану общественного порядка, пресекал незаконный оборот оружия и боеприпасов, выявлял контрабанду и находил похищенный автотранспорт. Все это время Наталья Новикова была на страже физического и психологического здоровья земляков. Мы не допустили коронавирусную инфекцию в наше подразделение на территории ФПП «Затеречный». Ситуации были разные. Сотрудники несли службу в особых условиях, поэтому и, соответственно, оказывать медицинскую помощь тоже приходилось не так, как здесь, а в особых условиях. Государственные и ведомственные награды в этот день получили еще 25 сотрудников. Снижение темпов роста заболеваемости ковидом среди личного состава – это ваша заслуга, подчеркнул глава МВД России Владимир Колокольцев, поздравляя рязанских полицейских. А Наталью Новикову теперь ждет еще и ведомственная премия. Максим Васильев, телеканал «Город».